Траур. Здравствуйте, мои дорогие. Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. А знаете ли вы, что есть траур в православии? Траур – это скорбь по умершим, выражаемая как во внешнем облачении его близких, так и в их усиленной молитве. В церковной традиции усопший человек в течение 40 дней после кончины именуется новоприставленным. Первым считается день кончины, даже если смерть произошла за несколько минут до полуночи. Богослужебным облачением священно и церковнослужителей на заупокойных богослужениях является белый цвет, символизирующий божественный свет, в область которого переселяется почивший христианин. Святитель Феофан Затворник так учит о трауре. Давайте плакать о почившем, но плакать по-христиански. Это значит, что в наших слезах не должно быть безнадежности и отчаяния. Это разлука не навсегда, но лишь на какое-то время. В свое время все мы встретимся за порогом этой жизни. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек — знанием. Да храни вас Бог!